Господь мой с небес на трона взгляни, и
Pray that the Holy Spirit will work in your life tonight. И чтобы Дух Святой работал и в вашей жизни этим вечером. And, we appreciate the Lord and all He's done. И мы очень признательны Господу за все, что Он для нас делает. Don't forget our event on the 5th of January. Не забудьте о событии, которое мы планировали на 5 января. At 5 o'clock. Пять вечера. And our banner should be going up here not too long. И надеюсь, что в среду мы привезем этот баннер, который бы они зацепили, чтобы все люди видели. Listen, you don't want to miss this. И я попросил вас постараться не пропустить, отложить все другие дела в сторону. I think it'd be a real blessing to your heart. И это будет большим благословением для вашего сердца. Your family. И для членов вашей семьи. I mean, like to see their family get saved. И кто из вас желает видеть членов своей семьи спасенных? Let me see your hand. Поднимите ваши руки. All right, everybody. 1, 2, 3, 4, 5, okay, well, я не успеваю считать. Listen, you got to do your part in bringing them to Потому the event. Потому вам нужно сделать вашу часть, привести их на это событие. We're gonna have some good music, some preaching. Это будет также музыка и проповедь. So I think it'll be a real help. И это будет большой помощью и благословением для
всех присутствующих. And you just don't want to miss this. А потому постарайтесь не пропустить события. Don't forget some people that need prayer. Также не забудьте о тех людях, которые нуждаются в молитве. Pray for your neighbors and your friends. Молитесь за тех, которые сидят рядом с вами, за друзей ваших. Today you read your Bible. И моя молитва, чтобы каждый из вас прочитал Библию до вечера. Read Zechariah today. А сегодня мы должны были прочитать из книги Захарии. Psalm what? 137 Псалом. And Proverbs 16. И 17 главу притчи. So you know you better spend time with the Bible. А потому проводите время чтения Библии. Because you know what that Bible will do, search you out. Потому что она будет вас проверять, будет исследовать. It'll change your life and change your family. И будет менять вашу жизнь и вашу семью. The need for Moldova is the word of God. И нужда в Молдове — это Божье слово. We pray that you'll get an opportunity to bring some of your family. И наша молитва, чтобы у вас появилась возможность кого-то пригласить вместе с собой. I guarantee it. И моя гарантия. You will never hear a concert like this one. Вы не услышите за бесплатно такой концерт нигде никогда. It'll be an awesome thing. Это будет прекрасно. Invite somebody out for that. Потому приложите усилия, пригласите кого-то обязательно. You just don't know. И вы не знаете. Did you see the event? Did you hear about what happened in Turkey? Вы, наверное, смотрели по новостям, что в Турции происходит. They had a parliament meeting in Turkey. Было собрание парламента. And one man from the parliament got up. И один человек из парламента по имени Хасан или не помню. He was bragging on Allah about. Он начал хвалиться Аллахом. He started to curse Israel. Чтобы высказать все негативное про Израиль. Israel's God and everything. И он унижал Бога Израиля и т.д. т.п. As soon as he finished his sentence, и он даже не закончил предложение, he fell over dead right there. Упал замертво. You say, well, hey, нечего говорить против живого Бога. No. Вы скажете, это случайность. Нет, не случайность. You can't get away with mocking Jesus Christ. Вы не можете издеваться над Иисусом Христом, и вам это все пройдет безнаказанно. Нет. You better watch that. Потому нужно наблюдать за тем, что мы говорим. These people cursing God under their breath. Те люди, которые... Они выдыхают все вот эти проклятия в адрес Бога. I'll never forget about 15 years ago in Colorado. Я не забуду 15 лет назад в Колорадо. My friend was preaching a message on hell. Мой друг проповедовал проповедь про ад. And a man was mocking God in the church. He'd been mocking God for months. И он многие месяцы был такой человек, который поносил Бога и церковь. He fell over dead in the pew. Там, на сиденье, где он сидел, там и закончилось его дыхание. You cannot mock God like that. Вы не можете поносить Бога. You'll never get away with it. Вам это не пройдет безнаказанно. And be sure your sin will find you out. И помните, что ваш грех, он вас найдет. There's no doubt about it. Нет никаких сомнений в этом. That fellow thought he was smart mocking God on national television. И этот человек думал, что он смышленый, когда он поносит Бога по телевизору. You cannot mock God. Но с Богом шутки плохи. He'll definitely pay you back. И он обязательно отомстит за вот эти поношения. I was teaching the young people this morning in church. Я учил молодых людей в церкви, как бояться Господа. Fear of the Lord is a beginning of knowledge. Начало или страх Господень — это начало познания, начало мудрости. Fear of the Lord is to hate evil. Это ненавидеть зло. And I told those kids, I said, it's better in the beginning of your life to start out living for God and hating sin than to end up in your life. Я сказал, что сначала жизни вам нужно возлюбить Бога и возненавидеть грех. And have a man living in his sin for 50, 60 years, he looks like he's 100 years old because. И если человек живет с любовью к греху 15-16 лет, он выглядит на 60-70. I told those young people, it's better you not even experiment with drugs or. Потому я сказал молодым людям, вам лучше не пробовать вот эти наркотики и всякие другие. Experiment with wicked things in life. И экспериментировать все те нечестивые вещи в жизни. Sin against God, not even one thing you ought to be putting your eyes. Это грех против Бога, это вам нужно сразу исключить из своей жизни. God wants us to be clean, pure. Бог желает, чтобы вы
первых. We got a book tonight. I think it'll be a real help to you. Сегодня мы привезли вам новую книжку, которая будет вам в помощь. Blessed is a man that fears God. Благословен человек, который боится Бога. What does the Bible say about fearing God? И что Библия говорит о Божьем страхе? This book will be a help to you tonight. Эта книжка будет вам в помощь. Постарайтесь одолеть ее. Read it and ask God to help you. Прочитайте несколько раз, если кто-то вас отвлекает, чтобы эта информация осталась и вы могли передать ее кому-то. We got a book we recommend that's on the shelf here. А здесь книжка есть. Есть на полке, я не знаю, читали вы такую или нет. Кто такая Мария? Кто такая Мария? I think it'll be a help to you. Теперь перед Рождеством, когда Mary? Многие обожествляют ее и делают ее из нее посредницей или еще кого-то. Who was Mary? Кто же она была? All right. She is not the mother of God. Она не является Божьей матерью, как многие думают. God don't have a mother. У Бога нет матери, ему не нужна мама. You realize every Catholic and Orthodox church believes that Mary is mother of God. И если есть православная церковь, которая говорит, что Мария это Матерь Божья, the mother of God. Это не Матерь Божья, God точка. Don't have a mother. У Бога нет матери. He don't need one. Ему не нужна такая. He's God. Он Бог, он сам существует so, по себе. It might be a book you want to read. Потому возьмите, а перелистайте ее для того, чтобы согласиться с этим и не махать головой вот так. И молитесь за Валентину. Keep praying for Lydia. За Лидию, за Нину. Alone is alone. Okay, we'll pray for her. Pray Yeah, Vera, we'll pray for да, you. Да, за Веру будем молиться, да. Good to see Vera back. She'd been sick. Мы рады видеть, что Вера вместе с нами, что pray она теперь не болеет. Pray for Сережу and Татьяну over за Сережу и Татьяну, а Нининого брата, который лежит неподвижно на Yeah, pray for Katya and Svetlana's daughter. За Катю, Светлану дочь, которая учится за границей. And so just зовите его, вот этого, который приходил. Он сказал, что я Богу верю. Он такой ходит, такой, и Бога не верит. Мне деньги нужны, а за деньги не купишь Бога. Аминь. Бог не продается, да. Pray for Alexei, visited here. А молитесь также за Алексея, который посетил нас в один день в прошлый Pray раз. For Larissa here. He has oncology and he's had inflammation. In there. Okay. Pray for him, yeah. Да, будем молиться за Алексея, чтобы Бог убрал опухоли, дал врачам мудрость, как вылечить опухоль. Be in prayer for brother Andrei. Также молитесь за брата Андрея. And Ree and Turnova. За Ушурей, Тырнова и Слободзея Реча, куда он посещает. Pray for brother Костю down in Slobodzeya. Также за Костю и Слободзея. I told you about one of our friends over in Odessa. She's staying with us. Я просил вас молиться за женщину из Одессы, которая была с нами, когда ей предстоит также операция в Одессе. И поскольку там бомбежки, чтобы больницу не разнесли до тех пор, пока не назначена операция. А планируется операция в январе. Она теперь находится в больнице на обследовании. And so you pray for Lena. She's a good friend of ours. Потом молитесь за Лену. Она наша хорошая знакомая. Her daughter Юлия. И у нее есть дочь Юлия. And Kira, the little girl. И Кира это ее внучка. Listen, just pray for the peace of Jerusalem tonight. Потом молитесь за мир в Иерусалиме также. God work in those people's hearts. Чтобы Бог работал в сердцах этих людей там и выводил их из плена. Pray for our Jewish friends. Молитесь за наших друзей, которые живут в Иудее. And then pray for this war in Ukraine to finish. И за войну на Украине, чтобы она перестала. We got a lot of things to be thankful for. И есть много о чем нам быть благодарными. And we pray the Holy Spirit work in our hearts tonight. И наша молитва, чтобы Бог работал в наших сердцах этим вечером. And we really appreciate what God's trying to do around. И мы очень признательны за то, что Бог будет делать среди нас. Please get the tracts out. We need to help. Возьмите с собой трактатов. Нам нужна ваша помощь. Juan's printing a lot of tracts. А и он напечатал к Рождеству трактатов. We got plenty of Christmas tracts. Там есть достаточно посвященных Рождеству. Это высокий праздник, радостный праздник. Надеемся, на следующей неделе мы будем иметь пригласительные готовые. Поэтому молитесь об этом событии, чтобы мы могли пригласить кого-то.
она пораньше прийти, чтобы не стоять в коридоре. Pray for Valentina going in the prisons. Молитесь за Валентину, за ее раздачу литературы в пожарке, в среди солдат, среди тюрьмы, среди где она еще была, в больнице. Молитесь также за людей в Бельцах, чтобы они были спасены. И чтобы они пришли и приняли Бога. Мы рады видеть Сильвию вместе с нами. Что-то вы там отстали. Ваше место здесь. Что вы там сели? Hey. All right, let's have a word of prayer. Okay. Хорошо, right. Хорошо. Let's go ahead and stand for prayer. Давайте мы встанем для молитвы. Brother Andre, you pray for us, sir. А брат Андрей, попросим помолиться, пожалуйста. Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru seara aceasta frumoasă, îți mulțumim pentru dragostea și iubirea ta. Mulțumim că ești un Dumnezeu atotputernic, ești un Dumnezeu cu care nu este de glumă, Doamne. Nu putem să ne jucăm cu Tine, cum se joacă astăzi oamenii și glumesc pe seama Ta, pe biserică, pe creștini. De ce, Doamne, vreau ca să le atragi atenția? Că și Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste, dar ești la fel și un Dumnezeu care pedepsește. Îți mulțumim pentru oamenii care au venit în seara aceasta. Binecuvintează pe cei, Doamne, care au fost amintiți în nevoile lor de rugăciune. Pentru Aleona ne rugăm în seara aceasta, pentru Iuri, pentru Valentina ne rugăm, pentru Vera, pentru fratele lui sora Nina, ne rugăm pentru pace din Ierusalim, Doamne, în seara aceasta. De asemenea, ne rugăm pentru pace din Ucraina, pentru războiul care se frământă acolo, Doamne, care sunt oameni vieți care se iau în fiecare zi, rămân copii fără părinți, rămân, Doamne, alți oameni fără rudele lor, Doamne, fără neamurile lor. Deci te rugăm ca să intervii și acolo cu ajutorul Tău. Binecuvintează-ne în seara aceasta, binecuvintează mesajul, binecuvintează acele tractate care și invitații care vor fi săptămâna viitoare, ca să putem să mergem în acest oraș, ca să dăm, ca să invităm oamenii încă o dată, ca să-și amintească că Tu ai venit pe acest pământ, așa cum se pogoară, Doamne, unde lemnul pe barba lui Aron, așa se pogoară harul de altă dată, peste oameni, peste inimi, ca Tu, Doamne, să le aduci pace, să aduci izbândă, să aduci îndurare, milă Ta, Doamne, peste poporul nostru din Moldova. Binecuvintează-ne și pe noi, dăruiește-ne putere, știu că va veni vrăjmași, vor veni dușmani din partea lui Satan, dar Tu vreau, Doamne, ca să înlături toate lucrurile, orice piedică, orice obstacol, ca lucrarea Ta să fie adusă în mod curat, în mod pur în acest oraș. În numele lui Iisus te rog în seara aceasta pentru toate. Amin. Amin. You can be seated, please, tonight. Primați vă și vista, pașalstă. I was working on a message and the Lord kind of impressed upon my heart this one here. Я работал над проповедью, и Господь вдохновил меня вот эту проповедь говорить. Can you take your Bibles tonight to 1 Samuel chapter 30? Сегодня мы откроем из 1 Самуила 30 главу. I want to encourage you as we study the Bible tonight. Я хотел бы ободрить вас тогда, когда мы будем изучать Библию этим вечером. There's some things in your Christian life you need to get from the Lord. Есть вещи в жизни, которые вам нужно получить от Господа. Yeah, you come to church to hear preaching and get encouraged. Да, вы приходите в церковь, чтобы получить ободрение. But much of what you do for the Lord is in your private time with God Almighty. Но больше того, что вы можете сделать для Господа, это ваше личное время, общение с Господом. You'll never have any perfect peace in your heart until you get a relationship with the Word of God. И вы не будете иметь совершенного мира с Божьим словом, если не будете иметь взаимоотношения. There's a whole lot of Christians that live defeated lives and discouraged lives. Которые живут жизнью пораженного, жизнью разочарованного. Because they've never learned to get in the Bible and say, Lord, I need some help from you. I need to be taught. Которые не могут открыть Библию и сказать, Господь, научи меня, мне нужна Твоя помощь. Here David has had some serious trouble in his life. Здесь мы видим Давида, у которого серьезные проблемы в его жизни. Had the most tragic thing ever happened to him and his family. Одна из трагических вещей происходит с ним и с его семьей. I guess if you've had some tragedy coming in your life, there's some things that you need to get a hold of tonight. И я думаю, что если бы случилась трагедия в вашей жизни, вам также надо была бы обязательно помощь или поддержка. Verse 1. It came to pass when David and his men come to Ziklag on the third day that the Amalekites invaded the south, Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire. И было когда на третий день Давид и его люди пришли в Циклаг, что амалекиты захватили юг и Циклаг
И поразили Циклаг и сожгли его огнем. They've been marching for 3 days here. А здесь Давид со своим войском уже 3 дня в пути. They're going home. Они возвращаются домой. They've been gone 3 days, brother, and they get home and find out their home is completely gone. И думая, что дома они отдохнут, но теперь, придя, видят только пепел. That's not all that they got here. И это не все, а что они увидели? Verse 2. Стих 2. Taking the women captives that were therein, and they slew not any, either great or small, but carried them away, went on their way. И взяли в плен женщин, которые были в нем, не убили ни одной, ни большой, ни малой, но увели их и пошли своим путем. Can you imagine going home tonight, the trolley bus, and returning home, and... Можете себе представить, вы сели в троллейбус, возвращаетесь домой. And you come around the corner, and all of a sudden you see your whole apartment building on fire, everything's gone. И вы видите, весь ваш дом горит пламенем. Where's mom? А где мама? Where's dad? А где отец? Where's my brothers and sisters? Where's my neighbors? А где братья и сестры? А где мои соседи? They're gone. Никого нет там. Be a tragic thing, wouldn't it? Я думаю, что вы будете в большой истерике. Verse 3. А третий стих. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire. Their wives and their sons and their daughters were taken captives. Так что Давид и его люди пришли к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Тогда Давид и народ, который был с ним, возвысили голос свой и плакали, пока не стало у них больше силы плакать. These are men, warriors, who've been out in battle, fighting, tough men. They were rugged people here. Это люди, суровые воины, которые не привыкли плакать, которые много боролись и отстаивали свою землю. They see all their wives and their children gone, they begin to weep and cry out to God. These grown men are crying. И когда вы видите этих взрослых мужчин, а которые плачут. You ever cried so much you couldn't cry anymore? Плакали ли вы так сильно, что больше не было слез плакать? Have you ever cried where you can't cry anymore and tears just don't come out of your eyes? И может быть, вам плачется, а слезы уже больше из глаз не выходят. Here's David and his men crying with everything they have. Can you imagine 600 grown men, soldiers, warriors, crying and can't even shed tears because Можете they're crying so Можете себе представить 600 человек, взрослых воинов, а плачут, но а слезы уже не текут по щекам. Verse 5. David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. И взяты были в плен две жены Давидовы, Ахинам Израилитка и Авигаиль жена Навала Кармелитка. David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people grieved, every man for his sons and his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. И было Давиду очень тяжело, ибо народ говорил о побитии его камнями, потому что горевала душа всего народа, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих, но Давид ободрился в Господе Боге своем. David was greatly stressed here. Давид под большим стрессом. I guess you would be so if your apartment building was burned down, wouldn't you? Я думаю, что вы были бы в стрессе, если ваша квартирная комната сгорела. The houses of his best friends were burned. И дома его лучших друзей также сожжены. Wives and his children are taken. А жены и дети, они забраны в плен. That's not the only reason he's distressed. Это не единственная причина, почему он в стрессе. David's stressed because the people spake of stoning him. А Давид, он в стрессе из-за того, что люди хотят побить его камнями. Wow, these are, I can't believe that would happen. И вы скажете, о, я не верю, что такое могло произойти. They gathered together with David. Они были привязаны к Давиду. These were the ones that were in debt and distressed. They were discontented. They had no place to go. These are the people David cared for, and they are thinking of stoning him. Это люди, о которых Давид долго заботится, которым он посвятил свою жизнь.
теперь они в благодарность за всю его заботу хотят побить его камнями. They're facing the dilemma that David's facing. И они столкнулись с такой же дилеммой, с которой столкнулся Давид. Now they're blaming David for what the Amalekites did to this village. И они винят Давида за то, что сделали амаликитяне с их поселком. Have you ever been blamed for what somebody else did? Винили ли вас за то, что кто-то другой сделал? You ever been the scapegoat for somebody else's sin? Были ли вы козлом отпущения за чей-то грех? It says David was greatly distressed. The people spake of stoning him because the soul of all the people were grieved. И было Давиду очень тяжело, ибо народ говорил о побить его камнями, потому что горевала душа всего народа. When you're sorrowful, you'll make some really dumb decisions. Когда вы скорбите, вы будете делать глупые решения. They're actually wanting to stone Stephen and throw rocks at him until he dies. И они хотят закидать его камнями до тех пор, пока он не умрет. But I want you to see what David says here that's very important, and I want to encourage you tonight to do the same thing. Но я хотел бы, чтобы вы заметили, что же говорит здесь Давид. Это очень важно, а чтобы с этой фразой вы ушли сегодня домой. Notice what David's response is. Посмотрите, какой ответ Давида. David encouraged himself in the Lord his God. Но Давид ободрился в Господе Боге своем, написано. What did David do? Что же сделал Давид? He did what all of us should do. Он делает то, что каждый из нас должен сделать. David preached a message to himself. Давид проповедует проповедь самому себе. And I want to preach on that thought tonight. И об этом я хотел бы проповедовать этим вечером. Learning to preach to yourself. Научитесь проповедовать самому себе. Let's go to the Lord in prayer. Прежде мы помолимся. Our Heavenly Father, tonight we need your help. Наш Небесный Отец, мы просим о Твоей помощи. These are things that are very practical for our lives, Lord. Это вещи, которые очень практичны для нашей жизни. And I pray that our people would learn to preach to themselves. И я молюсь, чтобы люди научились проповедовать самим себе. As they read the Bible, тогда, когда мы читаем Библию, may they allow the Bible to preach to them. Чтобы они позволили Библии проповедовать им самим. Lord, I pray because of this message tonight, it would challenge us to get closer to you. Чтобы эта проповедь, она ободряла нас стать ближе к тебе. And as David preached to himself, тогда, когда Давид проповедовал себе, David encouraged himself and the Lord in such a tragic situation. Давид ободрял себя в такой трагической ситуации. Help us to use this example tonight to do the same thing. Помоги нам использовать этот пример и сделать для себя то же самое. Lord, challenge us tonight to preach to ourselves. Ободри нас, чтобы мы могли проповедовать сами себе. Change us on the inside. Меняй нас изнутри. Lord, take the sin in our life and get rid of it. Грех с нашей жизни, избавь нас от него. Lord, may we raise up a standard against the wickedness of our land. Чтобы у нас был высокий стандарт против нечестия земли. Lord, we know it's impossible for us to change anybody. И мы знаем, что невозможно можно для нас кого-то изменить. But Lord, help us to preach to ourselves so we can change ourselves so we can be a blessing to others. Но я прошу, ты помоги нам проповедовать себе, чтобы изменить себя, чтобы мы могли быть благословением для окружающих. Lord, break through to the hard hearts. И я прошу, ты войди в это жестокое. May the word of God be a hammer that breaks the rock in pieces. Чтобы Божье слово было тем молотом, который разбивает камень на части. And Lord, may we leave this place encouraged. И чтобы мы ушли с этого места ободренными. With our eyes on Jesus Christ. С нашим взглядом направленным на Иисуса Христа. Again, Lord, as we come to you, I pray if there's a lost man or woman in this room that never been born again, that they would get born again by the blood of Jesus Christ. Я молюсь, если есть погибшие мужчины или женщины, чтобы они родились заново, прежде чем не настало навечно поздно. Humble themselves and be saved. Чтобы они смирили себя и стали спасенными. Bless the word of God tonight as it's preached, Lord. Благослови проповедь Божьего слова этим вечером. In Jesus' name. Во имя Иисуса молимся. Amen. Аминь. I wanted you to learn how to preach to yourself tonight. Сегодня хотел бы научить вас проповедовать самим себе. No one was in the auditorium of David.
David's life here. Нет никого в аудитории жизни Давида. David desperately needed to go to church. Давиду очень хотелось бы пойти в церковь. David desperately needed somebody to get up and preach a message to him. Давид хотел бы, чтобы кто-то ему проповедовал проповедь. But nobody showed up for church. Но никто не находится рядом. There was no preacher to help David. Не было проповедника, который бы помог Давиду. David was all alone. Давид одинок. He didn't know where to turn. Он не знает, куда повернуться. Have you ever been there? Были ли вы в таком положении? Where you didn't know what to do? Когда вы не знали, что делать? Where you know, didn't know who to text? И вы не знали, чем все закончится? But you felt like nobody understood you. И вы чувствуете, как будто никто вас не понимает. So what do you do when there's no church there? Потому что вам делать, когда нет церкви? Do you just go home and soak in your misery? Вы идете домой и окунаетесь в свое ничтожество. No, we must do what David did. He encouraged himself in the Lord his God. Нет, мы должны делать то, что делает Давид. Он ободрял себя в Божьем слове. What did David do? Что же делает Давид? He preached to himself. Он проповедует самому себе. Tonight I want you to understand how to preach to yourself. Сегодня я хотел бы, чтобы вы понимали, как себе проповедовать. Look at verse 7, please. Седьмой стих. David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, молю тебя, принеси мне сюда эфод. И принес Авиафар туда эфод к Давиду. The ephod was a coat that the priest would wear. Эфод — это та накидка, которую носил священник. They would wear it on their breastplate, and there were stones on that breastplate. И тут была такая пластина, на которой были драгоценные камни вставлены. Two of the stones was the Urim and the Thummim in there. И были два из них, один назывался Урим, другой назывался Тумим. I don't know exactly how that thing works, but it was a way people could appertain the will of God, brother. Но я не знаю, как все это работало, знаю, что каким-то образом люди определяли, в чем воля Божья. When you knew it was God's will, those rocks would glow on that breastplate. Когда люди знали, что это воля Божья, эти драгоценные камни светились. If it was yes, the stones would glow. If it was no, you knew it was not God's will for you to do that. Если ответ был да, как бы отражался свет от этих камней. Если нет, там не было никакого свечения. Thank God we don't have the Urim and the Thummim, and today we've got the Word of God that tells us yes and no. И слава Господу, что у нас нет Урима и Тумима, а у нас есть Божье Слово, которое дает нам ясное понимание. The point I'm trying to make is David wanted an answer from God. И урок, который я хотел бы, чтобы вы усвоили, что Давиду нужен был ответ от Господа. Verse 8. Восьмой стих. David inquired of the Lord. Вопросил Давиду Господа. He hadn't been praying for 18 months. Он 18 месяцев не молился. You know what David did? He does what a lot of us do. И Давид делает то, что многие из нас делали бы. He wasn't praying for 18 months. Он 18 месяцев не молится. He was manipulating his own life, trying to control his own life. Он пытается манипулировать своей жизнью, контролировать все вещи самим собой. He wasn't reading his Bible. He wasn't going to God to prayer. Библию не читает, а Господу в молитве. He wasn't trying to seek the will of the Lord for his life. Он не ищет Божьей воли для своей жизни. But now the tragedy has happened. David is praying. А теперь, когда случилась трагедия, Давид становится в молитве. It's amazing when tragedy hits your home and you have troubles in medical history and you got troubles with your health. It's amazing that you'll come to God and pray. Удивительно, когда случается какая-то беда, как быстро мы находим, как молиться. David is looking for guidance. Давид, он ищет руководство. That's what we ought to do. Это то, что нам нужно делать.
I remember when I started our church in Kishinev. Я помню, начиная церковь Кишинева. It's been going for almost 20 years now. Теперь уже это 20 лет назад. And I remember when we started, I started with my wife and my four kids and brother Ваня. И я помню, мы приходили в церковь, я, мои четверо детей, супруга и брат Ваня. And I remember we had 185 people in our in a church in the school that we started. И пришли 185 человек в школу, где мы арендовали. Once the director of the school found out we weren't that we were preaching the gospel, he said, "No more meetings in the school. You're no longer allowed to meet here." И тогда, когда директор узнал, что мы проповедуем Евангелие, он закрыл дверь и сказал: "Больше вы здесь собираться не будете." So guess what? We had to go right to the apartment. Потому нам нужно было переместиться в квартиру. And immediately we went from 175 people to 4 people in a house. И из 175 человек осталось всего лишь 4 человека. All of our kids that came, their parents wouldn't let them come because they didn't want them coming to apartment. Те дети, которые приходили в школу, теперь не могли приходить, родители запрещали им ходить в квартиру. So my wife says, "What are we going to do?" Потом супруга меня спросила, что I said, "We're going to do what we've always done. We're going to read the Bible. We're going to preach the Bible. We're going to sing and we're going to pray." И я сказал, мы будем продолжать делать то, что всегда делали, будем читать Библию, проповедовать Библию, петь и свидетельствовать. In those days and even now I learned to preach to myself. И с тех дней до сегодня я учусь проповедовать самому себе. I learned if I did not learn how to preach to myself, there'll come in a time where you'll never have any confidence with the Lord. И если вы не будете проповедовать себе, вы не будете иметь уверенности в Господе. And I learned how to preach to myself. И я учился проповедовать саму себе. I want to give you three thoughts tonight to help you to preach to yourself. Сегодня я хотел бы дать вам три мысли о том, что проповедовать саму себе. Number one. Первое. Why do we need to preach to ourselves? Почему нам нужно проповедовать себе? Number two. What do we need to preach to ourselves? Во-вторых, а что же нужно проповедовать себе? What was David preaching to himself? Что Давид проповедует себе? David is a preacher. David is the audience member. What is he going to preach to himself? Давид, он и проповедник, и он также и слушатель. What did David preach to himself? He was depressed. He was depressed. He was distressed. What's he going to preach to himself? Ему тяжело. Он в стрессе. Что же он себе говорит? He was lonely. Он одинок. He had to learn to preach to himself. Ему нужно проповедовать себе. And then the third thing I want you to see. И третья вещь, которую я хотел бы посмотреть. Is what happened when you preach to yourself. Что происходит, когда вы проповедуете себе? Because when you preach to yourself, something's going to happen in your life. Потому что проповедуя себе, что-то происходит в вашей жизни. Either you'll say yes to the Holy Spirit, or you'll say no to the Holy Spirit. Или вы говорите да Духу Святому, или вы говорите нет Духу Святому. Either you'll say yes to the Word of God or no to the Word of God. Или вы говорите да о Божьему Слову, или вы говорите нет Божьему Слову. Remember. Помните. No decision is no decision. Нет решения, значит нет решения. If the scripture is understandable, no decision is no decision. Если Писание понятно говорит, значит, когда нет решения, там нет решения. So first of all, потому, во-первых, why do we need to preach to ourselves? Почему нам нужно проповедовать себе? Well, there's three reasons you preach to yourself. Есть три причины, почему мы проповедуем себе. You preach to yourself because your own choices are sinful. Мы проповедуем себе, потому что наши выборы греховны. What happened in 1 Samuel 30? Что происходит в 30 главе? Why was David all by himself with a group of people who thought he loved him but wanted to kill him? What happened? Почему Давид находится с этими людьми, которых он думает, что они любят его, но они желают побить его камнями? David made some dumb choices. Давид сделал глупые решения. He made some dumb choices. Из-за глупых решений. Maybe you've made some sinful choices in your life. Может быть, в вашей жизни вы делали греховные решения. For 18 months. 18 месяцев. He didn't pray. Он не молился. For 18 months he didn't trust God to take care of him. 18 месяцев он не доверяет Богу, чтобы
Он позаботился о Давиде. 18 months he never read the Bible. 18 месяцев он Библию не читает. He never went to God for anything. He tried to do it all on his own. Он не идет к Богу за чем-то. Он думает, что он все разрешит сам собой. It was a stupid decision for David to even think that God couldn't take care of him. Это самое глупое решение для Давида, что Бог не может обо мне позаботиться. David said God can't take care of me. И Давид говорит этим самым, что Богу не до меня. So you know what David does? He goes on the side of the Philistines. И вот что делает Давид. Он, не доверяя Богу, бежит к филистимлянам. He lied and manipulated and tried to do things his own way. Он манипулирует и обманывает себя и пытается своим умом разрешить ситуацию. You ever try to do that? А было ли в вашей жизни такое? Lying and manipulating and trying to do it your own way? Когда вы манипулировали, чтобы все вышло по вашему, как вам представляется? Oh, I don't need God. I can do it myself. And я это сам решу. I don't need that Bible. Man, I got to go do something about my life. Некогда читать Библию. Мне нужно позаботиться о своей жизни. Well, don't you know, Brother Paul, God gave you a mind to think. И знаете, брат Пол, а потому Бог дал нам ум, чтобы God думали. Gave you hands and feet Бог to be able to work. Бог дал нам руки, ноги, чтобы you got to learn to figure out things on your own. И чтобы мы могли порешать свои вопросы сами. That was David's problem. Это была проблема Давида. He went on the side of the Philistines. He went to the enemies. Он пошел к филистимлянам, к тем врагам. He tried to get his help from the enemies. Он пытается иметь помощь от врага. You know, the Philistines are the biggest enemies in our life. Знаете, что враги, филистимляне, это самые великие враги в нашей жизни. You know, some of you go to the enemies, the people of the world, before you go to God with your problem. Знаете, что вы побежите к вашей подруге, которая мирская, прежде чем пойти к Богу и спросить о своей проблеме. You go to your friend who you worked with or somebody you grew up with. You'll take their advice over what God wants for your life. И не к Богу. И не сделайте то, что Бог желает, чтобы вы видели в вашей жизни. That was David's problem. Это была проблема Давида. David went to the Philistines for the help. И Давид, он пошел к филистимлянам за помощью. And he didn't pray for 18 months. Он не молится Богу 18 месяцев. He never went to God and asked God's opinion on the whole thing. Он не спрашивает Божьего мнения, что же мне делать в моей жизни. You know why you preached yourself tonight? Знаете, почему нужно проповедовать себе этим вечером? Because of the sinful choices you make in your life. Из-за греховных выборов, которые мы делаем в нашей жизни. This Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Эта Библия удержит вас от греха, или грех удержит вас от Библии. The worst thing that can happen to you when you lie is to manipulate and scheme on that thing. И последнее, что вы можете делать, это манипулировать или делать какие-то свои схемы. You know what happened to David? Знаете, что происходит с Давидом? He got away with it. Ему это все сошло. He started to think he was smart. И он начал думать, что, о, я смышленый парень. I wonder if you're lying and scheming like David. Может быть, и вы изобретаете такие пути, как Давид изобретал. Playing a game. Играете в игры. Everyone thinks you're one thing, but really you're acting a certain way. И все думают, что вы христианин, а вы действуете по своему разумению. Look up here. Послушайте. The worst thing you can do is act in a certain way and manipulate your way in life. It never works. И знаете, если вы манипулируете вашей жизнью, это никогда не доведет вас до хорошего результата. You think you're winning, but you're actually digging a deeper ditch for yourself. Вы думаете, что вы выигрываете, а на самом деле копаете себе яму еще глубже. Here David is digging a deeper ditch, and for 18 months he's playing a game. Здесь Давид копает под собой яму еще глубже и глубже 18 месяцев. You know what he's doing? He's satisfying his conscience. И он утешает свою совесть. Well, you know, God, I'm attacking the bad guys down in the south, the Philistines. I'm actually attacking them. Но, Бог, ты знаешь, что я хожу и воюю с теми на юге и одолеваю их, и это хорошее то, что я делаю. He's playing the game. Но это всего лишь игры. So here's what's going to happen. И вот что происходит. You know, God has a way of turning things around on you. О, Бог есть метод,
как развернуть вещи перед вами. Here the Philistines are going to attack the Israelites. It's a big battle. Saul's going to die. Jonathan's going to die, and David's going to find himself on the side of the Philistines. Теперь филистимляне будут атаковать израильтян, и в этой битве погибнет Саул, прежний царь, Нафан, его сын, и еще другие люди. Акиш, the king of Gath, comes to David and says, "Are you with me or are you not?" И Акиш, это царь филистимлян, он приходит к Давиду и спрашивает: "Ты на чьей стороне? На их стороне или на моей стороне?" He can't wiggle his way out of this one. И он не может определиться, на чьей же он стороне. David says, "I'm with you." Давид говорит: "Я с тобой." So now David and 600 men are marching toward the battle against the Israelites to Aphek. Потому Давид и его 600 человек, они отправляются на битву в Афеке против израильтян. This guy David, you can't trust him right now. И этому человеку Давиду никто не доверяет. So you know what Achish goes down and tells David? He said, "I got some bad news for you. You can't fight with us, David." И теперь Ахиш приходит и говорит Давиду: "Ты не можешь быть на нашей стороне." David starts to argue, "Why not? Why can't I fight you?" И Давид начинает спорить: "Почему нет? Почему я не могу бороться на вашей стороне?" But David's so deep in the game that he's playing, he's digging a deeper ditch for himself. Давид настолько углубился в эту игру, что он копает глубже под собой яму. Maybe David's scheme is to attack the Philistines from behind. I don't know. Я не знаю, в чем был план Давида, может быть, он сзади хотел напасть на филистимлян и сразить их. But whatever David's involved in, God's not in it at all. Но в том, в чем участвует Давид, Бог не желает участвовать. David wasn't praying. Давид не молился. David wasn't seeking God. Давид не ищет Божьей воли. This is a very pivotal time in David's life. Это печальное время в жизни Давида. He's not asking God about anything. Он не просит у Бога разрешения ни на что. I wonder about you tonight. Я хотел бы спросить вас этим вечером. Your plans. О ваших планах. What are they? В чем они состоят? Are you asking God about your plans? Спрашивали ли вы у Бога, что Он желает, чтобы вы делали? Do you know what God's exactly gonna do for you? Знаете, что Бог желает сделать с вами? What does God think about what you're doing tonight? И что Бог думает о том, что вы уже делаете сегодня? Do you think you're so smart you don't have to ask God? И вы думаете, что вы Come on now, don't turn me off here tonight. И не нужно вас спрашивать у Бога. Don't turn the channel on the television tonight. Focus on what we're trying to get across to you tonight. Я попросил вас не выключать, не отключать меня, чтобы вы могли это услышать. Sometimes we find a place in our life where we make some stupid decisions and we have to answer for those stupid decisions. Иногда в нашей жизни мы принимаем глупые решения и должны терпеть последствия. Here David is surrounded by 600 men that he's cared for, and now they want to kill him. Здесь Давид был окружен 600 армией воинов, которые желают его погубить. The wives are gone. Теперь нет у них жен. The houses are burnt to the ground. Их дома сгорели дотла. The beautiful door on the apartment's gone. И той красивой двери, которая только новая была куплена, Your friend next door is destroyed. И все у соседей разрушено. Kids are gone. Детей нет. The apartment's gone. Квартиры нет. Why? Почему? All because of his stupid decision. Только лишь из-за глупого решения. He did some stupid things. Он сделал глупые вещи. He didn't believe God. He didn't pray. He didn't seek God's face. Он не молился, не искал Божьего лица. Do you know the reason you preach to yourself? Знаете причина, по которой мы проповедуем сами себе? Because of your own stupid decision. Из-за наших глупых решений. You know why some people read the Bible? Знаете, почему некоторые люди читают Библию? Oh, did you see what she did? Чтобы увидеть. Смотрите, что она делает. Hey, I got a friend that did that. Yeah, I got that written down. Вот, я запишу, скажу ей обязательно. Oh, yeah, it's for her.
Да, это для неё. I got this thing written down. I'm going to give it to her. Вот я ей перепишу и покажу обязательно. No. Нет. It's not the way you read the Bible. Не так мы читаем Библию. You read the Bible to correct your own stupid decisions. Мы читаем Библию. Look after your own sin and your own problems. Греховные. Your own wickedness, your own evil in your heart. You read the Bible to get it all out of your heart and get it rid of it. Чтобы извлечь все зло из моего сердца. That's why we read the Bible. We read the Bible to preach to ourselves. Вот почему мы читаем Библию, чтобы проповедовать себе. You know why we preach to ourselves? Because we're all sinful, and we need God to get rid of some of the things in our life. И мы проповедуем, потому что все мы грешны, и нам нужно, чтобы Бог очистил нас от всего греховного. He preached to himself to get rid of the bad choices. Он проповедует себе, чтобы избавиться от грех. Why did he preach to himself? Почему же он проповедует себе? Number two. Номер два. Because of the burdens that were unbearable. Потому что бремя несносное. You know why you preached yourself? Because of burdens you got. Знаете, почему вы проповедуете себе? Потому что на вас лежит тяжелое бремя. Oh God, what am I going to do when the gas bill comes? Oh, что я буду делать, когда придет квитанция за газ? Oh, they told us I was going to get a discount. Oh, они обещали нам скидку. Oh, what am I going to do about this electric bill? They raised it up again. А электричество снова повысилось в цене. You gotta preach yourself. Oh, I gotta call Vanya. I gotta call Vanya. Oh, I gotta talk to somebody about it. I need a psychologist. Мне психолог нужен. I need to go down to the mayor's office and ask him something. И попросить у примаря помощи. You all know what I'm saying is true. Вы знаете, что то, что я говорю, это истина. You know why you preached yourself? Because of the burdens you're bearing. Себе, потому что у нас не удобное бремя лежит на нас. Why did he preach to himself? Почему он проповедует себе? The burdens were unbearable. Потому что это бремя не под силу нести одному. Look at verse 1 and 2. Посмотрите на первые два стиха прочтем. И было, когда на третий день Давид и его люди пришли с Циклага, что амаликиты захватили юг и Циклаг, и поразили Циклаг, и сожгли его огнем, и взяли в плен женщин, которые были в нем, и убили, не убили ни одной, ни большой, ни малой, но увели их и пошли своим путем. Think about his burdens. Представьте себе это бремя. Now we all know there's some burdens we can all handle. Мы знаем, что есть те бремена, которые нам под силу. I broke my arm. Вот я руку поломал. We had a lady in the church break her arm last Одна week. Женщина у нас подскользнулась. That's a burden she can handle. С этим можно справиться как-то. Sometimes in life you face burdens you can't bear. Но иногда вы встречаетесь с бременами, которые вам не под силу. There's some things in life you can't fix. Есть вещи в нашей жизни, которые непоправимы. There's some burdens all you do is cry about it. И есть те бремена, о которых мы только плачем. Why did this happen to me? А почему со мной такое произошло? Why did I get this diagnosis of cancer? А почему мне поставили диагноз рака? Why do I have this burden of having to get this heart operation? Почему у меня нужна операция на сердце? You need to better be learning how to preach to yourself. Вам нужно научиться проповедовать самим себе. Why did he preach to himself? Почему Давид проповедует себе? Because of bad choices. Из-за плохих выборов. He preached to himself because the burdens were unbearable. И он проповедует себе, потому что бремя несносное для него. You got burdens tonight? Имеете ли вы подобное бремя? Got concerns? А какие-то заботы тяготят вас? I know you do. Я знаю, что выше крыши. I know you got trouble. А что полно беды All на этой земле. Place. Things you're worried about, kids, вещи, bearing burdens, health детях, issues, здоровье, financial struggles, о финансах, trouble at work, и проблема с, на работе. You're getting retiree money, it's not enough. А вы получаете пенсию, это недостаточно. That's where you need to preach to yourself. Это то, почему вам нужно проповедовать самим себе. You need to get in the Bible and find out what God wants you to do. Вам нужно прийти к Библии и спросить, что же мне делать, Бог? Quit manipulating, quit being rational, quit trying to scheme and lie and try to find your way out of this thing. It ain't gonna happen. Быть рациональным, перестать быть манипулятором, а перестать все
одолевать своим разумом? Why did he preach to himself? Почему Давид проповедует себе? Thirdly, because the people were irrational. А почему? Потому что люди вокруг него поступают несправедливо. David knew he made a bad choice. Давид знал, что он сделал плохой выбор. He knew he was facing a burden. His family's gone. Он знал, что теперь бремя на нем. Теперь нет у него семьи. Your mom's not here, David. Your dad's not here, David. They're down in Moab. Давид, у тебя нет ни мамы, ни папы. Их увели в Моав. Saul, your king is double-minded. Теперь твой царь, он двоякомыслящий. The Philistines said no to you. И филистимляне сказали нет. Wives and children to be in captive. The 600 men you tried to help are now wanting to kill you. They're on the stone you were stone. Дети в плену и 600 человек, которые должны были помогать тебе, теперь хотят побить тебя камнями. Let me ask you a question tonight. Я хотел бы задать вам вопрос этим вечером. You ever gone through something the people you thought were with you were not? А вы, может быть, думали, что те люди, которые ваши друзья или помощники, они вообще не с вами, они пошли против вас. Well, I know I can count on her. Да, я знаю, я могу на нее рассчитывать. Она ходила со мной в один класс. He was with me when I was in the army. Или он был со мной, когда я был в армии. Where are they? Где же они теперь? What do you do when people are irrational in your life and they can't help you? Что же делать, когда люди отказываются и не желают вам помочь? You're all by yourself. Тогда вы один на один с проблемой. You go somewhere and they can't help you. Вы идете куда-то, а вам никто не желает помочь. Go to your best friend and they can't help you. Даже ваши лучшие друзья не могут вам помочь. You try to make your own decision. И вы пытаетесь сделать свои решения. You better learn to preach to yourself. Вам нужно научиться проповедовать самим себе. You better learn to get in that Bible every morning and every evening. И вникать в Библию утром и вечером. I don't know how I'm going to get through this. И спросить: Боже, помоги мне пройти через это. I don't know what I'm going to do. Я не знаю, что мне делать. I don't know how I'm going to proceed. Я не знаю, как тут действовать. Thinking about cost you when I was preparing this message. Я когда готовил проповедь, думал про Костю Назарко. Dad's son's beating him up. Его сын его избил, выгнал на улицу. Can you imagine that? Можете себе представить? Smacking him in the face, your own dad. Лицо все было в шрамах. Up his face like a criminal. Теперь лицо его выглядело как у криминала. Throwing him out on the street, kicking him down. И выкинул на улицу. He raised a little boy, he changed his diapers, wiped his butt, and now this kid's beating him он up every day. Менял ему когда-то памперсы, когда-то растил его, воспитывал, теперь оказался на улице. That's a burden that's unbearable. Это бремя, которое нельзя вынести одному. You know what he needs? Знаете, что необходимо? He needs to preach to himself to get some reprieve from the Lord to show him what to do. Себе, чтобы оправиться от такой ситуации. God's word will show you what to do. Где Божье слово покажет вам, что же делать. God's word will give you comfort that nobody else can give. Оно даст вам утешение, которое никто не даст. God's word can give you wisdom from on high and instruction from the Spirit to be able how to proceed. Божье слово даст вам наставление от Духа, а чтобы вы могли правильно действовать. Svetlana has a daughter trying to raise her by herself. У Светланы дочь, которую она растит сама. Struggles everywhere. А где борьба повсеместно? Trying to figure out things. А где она пытается сделать лучше для нее? You know what she has to do? Every morning, get in that Bible and read it, and read it. Каждое утро поднимаясь, читать, comfort me. Give me love inside, Lord. I can't do this on my own. Господи, дай мне любовь внутри, чтобы я мог справиться не своими силами. Gonna have to learn to preach to herself. Для этого ей нужно. Brother Andre goes out to Uri and Tirnova and some of these other places. Брат Андрей отправляется в Тирнова или в Ушуре. People coming to him with burdens. I gotta eat. People coming to him wanting to use him, use him for his service and use him for his resources. И используют его ресурсы и
его время затрачивает на свои нужды. He gets home and he's crying out, he's burdened, doesn't want to share it to his wife, doesn't want to destroy her spirit, I understand. И он приходит домой с тяжелым сердцем, и жена замечает это, но он не желает нарушать ее спокойствие. You know what he's got to do? He's got to preach to himself to get some reprieve, to find the love of God and to find truth and how to proceed. Потому он должен найти время для проповеди себе, для того, чтобы оправиться в этой ситуации. The preaching here is just the cake topping. You have to prepare your cake at home. А здесь проповедь – это всего лишь вишенка на торте. Сам торт нужно приготовить дома. Learn how to preach to yourself. Научитесь, как проповедовать себе. Number two. Номер два. What did David preach to himself? Что же проповедовал Давид себе? Bible doesn't really say what he preached to himself. Библия не описывает, о чем он проповедовал. The Bible tells us what the preaching accomplished in David's life. А Библия говорит, что проповедь выполнила в сердце Давида. We don't know what supplied the encouragement for David. И мы не знаем, откуда пришел источник ободрения для Давида. But notice what he did. Но заметьте, что здесь происходит. Verse 6. Стих 6. David encouraged himself in the Lord his God. Но Давид ободрился в Господе Боге своем. What did he preach? Что же он проповедует? He said, Lord, you're my God. Он сказал, Господь, ты мой Бог. That's his encouragement. Это было его ободрение. If you're saved in this room, если вы спасены в этой комнате, saved, God Almighty lives in your body if you're saved. Бог всемогущий живет в вашем теле, если вы спасенный. Last week, Larissa prayed and received Jesus Christ as her Lord and Savior. Лариса попросила, чтобы Господь зашел в ее сердце. The moment she received Jesus, God lives in her. Момент, когда она принимает Иисуса, Бог остается жить там. He never leaves you. Он никогда не покидает. But you know what David had to encourage himself with? Знаете, чем ободряет себя Давид? God is with him. Бог со мной вместе. My family's gone. Моей семьи нет. My mother and dad are in Moab. Мои мама и отец в Моабе. I thought Saul would stop chasing me, but he's trying to kill me. Я думаю, что Саул перестанет преследовать меня, он желает меня убить. I wanted to stay in Moab myself. Я хотел бы также оставаться в Моабе. God, you sent me to Gad to get me and said, go back to Judah, God. И я убежал в Гад, а ты отправляешь меня снова в Иуду. I didn't want to go back to Judah, but I came back because you told me to come. И я не хотел возвращаться, но ты мне сказал прийти, потому я здесь. God, I had to live in a cave with in the dark. И мне приходилось ночевать в темных пещерах. Lord, what's happening? Что же происходит? Lord, everything I want to do, I wanted to serve you, but it seems like it nothing works for me. И кажется, что когда я пытаюсь тебе служить, ничего мне на пользу не идет. I tried to follow, but things seem to be getting worse. Я пытаюсь следовать, но вещи ухудшаются. And now I'm here, Lord. I made some stupid decisions, some wrong moves. I didn't follow your will like I was supposed to. И теперь я сделал это глупое решение. Я не следовал за словом Твоим, как должен был последовать. Lord, I don't know what I'm doing. Господь, не знаю, что делать. But wait a minute, God, I'm waiting to find out what you want me to do. Но, Боже, я жду здесь, чтобы Ты научил меня, как мне поступить. Finally really realizes. И он, наконец, понимает. The Lord is my shepherd, I shall not want. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. He maketh me lie down in still waters. He reneweth my soul. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, thou art with me. Он водит меня к водам тихим и насыщает меня на злачных пажитях. Я ни в чем не буду нуждаться. You know what he preached to himself? Знаете, что он проповедует себе? There's a God. Есть Бог. And he lives in me. Он живет во мне. And he encouraged himself in the Lord. Он ободряет себя в Господе. And maybe that's what you need to do tonight. Может быть, это нужно вам сделать этим вечером. Have you trusted Jesus Christ, your Lord and Savior? Доверились ли вы Иисусу Христу как Господу и Спасителю? Has there ever been a time in your life where you received Jesus Christ, your Lord and Savior? Было ли время в вашей жизни, когда вы доверились Иисусу Христу как Спасителю и Господу? Jesus said, "I'm the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me." Иисус сказал, "Я есть путь, истинная жизнь. Никто
никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. Jesus said, I'm the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Do you know God? Знаете ли вы Бога? Do you know him as your savior? Знаете ли вы как спасителя? Do you realize what Jesus Christ did for you tonight? Знаете ли, что Иисус Христос сделал для вас? Do you realize the pain and the suffering on the cross for your sins that you might have everlasting life? Понимаете ли вы те страдания, которые он перенес на кресте, чтобы вы могли иметь жизнь? He was beaten beyond recognition, his blood flowed from his veins on the ground, all for your sins and all for your redemption. Его избили до неузнаваемости, кровь текла по лицу, а только чтобы искупить вас от греха. David says, I know, Lord, they're not faithful to you, but I am. И Давид говорит, я знаю, что они неверны тебе, но я желаю быть верным. Lord, David, I know people aren't forgiven to you, Lord, but I know you are God. Я знаю, что люди, они не прощают, но ты Бог, который прощаешь. David encouraged himself in the Lord his God. И тогда Давид ободряет себя в Господе Боге своем. Maybe that's what you need to preach to yourself tonight. Это то, о чем нам нужно проповедовать себе этим вечером. God, you're with me. Господь, ты со мной. God, you've been with me. Бог, ты был со мной. God, you'll help me through this. И ты помогал мне. God, you've never left me. Ты не покидал God, меня. God, you're there. Ты находился рядом. No matter what happens, I know you're there, Lord. You're never going to leave me. Что бы ни произошло, ты рядом. You care for me, Lord. Ты заботишься. When nobody else does. Когда никто не делает этого. In my loneliness, you've always been there, Lord. И в моем одиночестве ты всегда рядом. You've always cared when nobody else cares. Ты заботишься, когда никто другой не заботится. Let's look at some scripture here. Давайте посмотрим несколько отрывков. Let me show you how he encouraged himself. Я хотел бы, чтобы вы знали, как ободрить и себя. Look at Psalm 62. Переверните 62-й псалом, пожалуйста. Pick up Isaiah 25. А также 25-ю главу Исаии. Psalm 62. 62-й псалом. What did he preach? О чем он проповедует? God, you're with me. Бог, ты со мной. He's with you tonight. Он и с вами этим вечером. Look at verse 1. Первый стих. Truly my soul waiteth upon God, from him cometh my salvation. Amen. Воистину душа моя уповает на Бога, от него спасение мое. Verse 5. Пятый стих. My soul wait thou only upon God, for my expectation is from him. Душа моя уповает только на Бога, ибо от него ожидание мое. God, all good things and all perfect things cometh down from the Father of lights. Боже, все хорошие, совершенные вещи, они исходят от Бога светов. Verse 8. Восьмой. You ought to memorize this one. Запомните этот стих, подчеркните его себе. Trust in him at all times, ye people. Pour out your heart before him. God is our refuge for us. Selah. Надейтесь на него во всякое время, вы народ, изливайте перед ним сердце ваше. Бог нам убежище, Selah. I'm sure David said, Lord, I repent. I didn't follow you. I repent. I didn't trust you, Lord. И я уверен, что Давид сказал, да, я прошу прощения, раскаиваюсь, что за с тобой не следовал, не искал твоей воли. He preached to himself that he could trust the Lord. Он проповедовал себе, чтобы доверить все вопросы Господу. Look back at your life. Посмотрите на вашу жизнь. Look at how God's brought you through. На то, как Бог выводил вас из тупиковых Look ситуаций. Look at all the trouble God's brought you out of. Из каких бед Он вас поднимал? It was God that did it. Это Бог, который это сделал. It was God that comforted you. Бог, который вас утешил. It was God that encouraged you. Бог, который вас ободрил. It was God that lifted you up. Бог, который поднимает вас. It was God that picked you up out of the miry clay and set your feet on the solid rock. Он вытащил вас из тинистого болота и поставил ноги на твердую скалу. When you were hurting, God helped you. Когда вы страдали, Бог вам помогал. When you were hurting, it was God that put his arms around you through people. Когда вы страдали, Бог обнимал вас через других людей. He is your protector. Он ваша защита. He is your watchtower. Он ваша
Смотровая башня. He is everything for you. Он все во всем для вас. Look at Isaiah 25. Переверните в Исаии 25 главу. Isaiah 25. Encourage yourself in the Lord. Preach to yourself. Ободряйте себя в Господе. Проповедуйте себе. David realized, the man after God's own heart realized that God was all he needed. И Давид осознает, это человек по Божьему сердцу, который нуждается только в этом. Isaiah 25. 25-я глава Исаии, страничка 716. Verse 4. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, the blast of the terrible ones as a storm against the wall. Ибо ты был силой бедному, силой нуждающемуся, в тесноте его, убежище от бури, тенью от зноя, когда дуновение грозное, как буря о стену. Hasn't God been your strength? Разве Бог не является вашей помощью? He said he'll be the strength to the needy in distress. И он говорит, что я сила для тех, которые в тяжести. You know, when you're poor, знаете, когда вы бедны, you want more. Вы желаете иметь больше. But what about God? А что насчет Бога? Jesus said, "Blessed is the poor in spirit." Иисус говорил, облажены бедные духом. When somebody is poor in the spirit, that means they're dependent upon God. Они зависимы от Бога. They're desirous of Him. Они желают Его. They have a delight in Him. У него наслаждение. Oh, thank you, Lord, for this. О, спасибо, Господи, thank за это. You so much for that, Lord. Я так тебе благодарен. I'm very grateful, Lord, for what you've done for me. Я благодарю тебя за все, что делаешь для меня. Oh, I'm thankful for the preacher and what he preaches. I'm thankful for и Brother Andre coming on over here and playing his accordion. I'm thankful, Lord God, I'm thankful. Господь, я очень благодарен. Somebody that's poor in spirit. А тот, который бедный в духе. Is hungry for God. Он голоден. They're hungry for God. Они They're hungry for the word of God. Голодны по Божьему слову. Isn't that what God's trying to say through the prophet Isaiah? И разве не это? Preached to himself. David preached to himself. Исаия проповедует самому себе. Давид проповедует самому себе. You need to preach to yourself. Вам нужно научиться проповедовать самому себе. Have you made some dumb decisions? In your life? Были ли глупые решения в вашей жизни? Have you have some burdens that are unbearable? Или бремя, которое вам не под силу нести самому? You have some irrational friends that haven't been for you? Или, может быть, те друзья, которые вас подвели в последний момент? Maybe God's saying, I'm here for you. Может быть, Бог говорит, вот я здесь для вас. Lena, Лена, God's saying, I'm here for you. Бог говорит, я рядом с тобой. Victor, Victor, God's saying, I'm here for you. Бог говорит, вот я здесь рядом. Amen. Аминь. God's with us. Бог с God нами. Wants to help us. Бог желает нам помочь. The Bible, Paul says, what shall we then say to these? If God be for us, who can be against us? И в Римлянам мы находим такой стих. Если Бог за нас, кто против нас? Hebrews 13:6 says, so that we boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what men will do to me. И в 13 главе Евреям мы находим, если Бог с нами, я не убоюсь. Do you realize tonight the Father already has an answer to your problem? Понимаете ли вы, что у Отца уже есть ответ на вашу проблему? What do you do? Что же вам делать? We saw the why. Мы видели, почему проповедовать. We saw the what. Мы видели, что проповедовать. Now David finally asked God what he thinks. Теперь, наконец-то, Давид спросит у Бога, что думает Бог. For 18 months he never asked God nothing. 18 месяцев он об этом не спрашивал. He never prayed. Он не молился. He never sought God's face. Не искал Божьего лица. And now he asks, God, should I go? А теперь он спрашивает, Господь, идти ли мне? Lord, I can't undo what happened yesterday, but I can make a good decision today. Господь, я не могу исправить то, что было вчера, но я могу сделать хорошее решение. He's saying, God, do I need to go and get my family, or do I not? Должен ли я догнать свою семью или мне не отправляться? What do you mean, David? It's a no-brainer. Go to get your family. А вы скажете, ну что?
тоже ты, Давид, а ты должен пойти и взять свою семью из рабства. Your family's been taken captive. Твоя семья находится в пленении. What do you mean go or not go? Что значит идти или не идти? Obviously you should go rescue your family. Конечно же ты должен пойти и забрать семью из рабства. I mean, how stupid can you be, David? И это же глупо не пойти за своей семьей. Do you have to ask God about that? Нужно ли это спрашивать у Бога? Yes. Да. I have to ask God whether I'm supposed to go or not. Я должен спросить, должен ли я пойти или нет. You ask God about everything. Спрашивайте у Бога обо всем. But the question tonight is, Christian. И вопрос сегодня вот в чем, христиане. Are you willing to take no for an answer? Готовы ли вы получить нет в ответ? I wonder if you would take your plans and your life decisions and you'd put it before the Lord and the Lord would say, no. Мне интересно, если вы возьмете ваши планы, ваши решения, и Бог на них скажет нет. No, Valentina, you don't do that. Нет, Валентин, нет. Нинелла, don't do that. Нинелла, не делай этого. Костя, don't do that. Костя, не делай того. No. What do you mean, Lord? It seems logical. А, кажется, логически это сделать. I mean, everybody else is telling me to do it. Но все говорят, что я должен это сделать. Maybe God's saying no. А Бог скажет нет. I don't want you to do that. Я не хочу, чтобы ты. Well, you know, I want to go to that village and I want to preach in that place, but maybe God says no. И, может быть, вы хотите пойти проповедовать в том селе, а Бог говорит нет. We like to talk ourselves into things sometimes. Мы хотим уговорить себя делать то, что нам нравится. You say you ever do that? Вы скажете, ты делаешь так? God has no binding to bless our will. У Бога нет ограничений благословить нашу волю. What did David do? Что же делает Давид? He prayed for direction. Он молится о направлении. He submitted himself to God who was ready to give him the answer. Он подчиняет себя Богу, который готов дать ему ответ. Even if it's the answer I don't want to hear. Даже если ответ, который мне не понравится услышать. He's willing to let his family go. Он позволяет and not go get them. А семье уйти. Because he wants God's mind on it. Но он желает знать то, что Бог об этом думает. Do you ask God for direction tonight? Просите ли вы у Бога разрешения делать то, что вам хочется? Let me show you an example in the Bible. Я хотел бы показать вам пример из Библии. Look at Isaiah 6, please. Смотрите в Исаии 6 главу. I'm watching your time. We're almost finished. Я за временем наблюдаю, мы почти заканчиваем. Isaiah chapter 6. Шестая глава Исаии. I want you to see what Isaiah saw. Посмотрите, что видит Исаия. I wonder tonight. И мне интересно этим вечером. Maybe tonight you want something very badly. Может быть, этим вечером у вас есть какая-то давнишняя мечта, которую вы хотели, чтобы исполнилась. Would you be willing to ask God whether you're supposed to have that or not? Готовы ли вы спросить Боже, желаешь ли, чтобы я это имел или выполнилась моя там? And if he says no, если он скажет нет, but even though you like it, и вам это очень хочется, would you be willing to take his advice and say, готовы I'll obey you and listen to you? С Богом, или вы пойдете на прополую? You will if you preach to yourself. Если вы будете проповедовать себе, вы согласитесь с Богом. Look at verse 5 to 8, please. С 5 по 8 стихи. Тогда сказал я, горе мне, ибо погиб я, потому что я человек нечистых уст, и живу среди народа нечистых уст, ибо глаза мои видели царя, Господа воинств. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, держа в руке свой горящий уголь, который он взял щипцами жертвенника, и положил его на уста мои, и сказал, «Вот это коснулось губ твоих, и беззаконие твое устранено, и грех твой очищен». Также услышал я голос Господа говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Когда я сказал, «Вот я, пошли меня». Isaiah saw the Lord high and lifted up here. Исаия увидел Господа высоко превознесенным. He says, "Lord, I see you. I'm watching you." Он говорит, Господь, я тебя вижу, я за тобой наблюдаю. Lord, you think so low of me? И ты думаешь о мне так низко? God, I think so high of you. А я очень высоко о тебе думаю. He said, "Whom shall I send, and who will go for me?" И он спрашивает, кого мне послать? И Исаия отвечает, пошли меня. Wait a minute. Подождите минутку. Isaiah didn't go? Исаия разве не пошел?
He didn't go. Он не пошел. Notice verse 9. Смотрите 9 стих. Until God said go. До тех пор, пока Бог не сказал иди. He said, "Go and tell this people, hear ye indeed, but understand not; see indeed, but perceive not." И сказал он: иди и скажи этому народу: слышите вы действительно, но не разумеете, и видите вы действительно, но не познаете. Isaiah the prophet didn't go until God told him to go. Исаия пророк не пошел до тех пор, пока Бог не сказал ему иди. I don't know what God will tell you to do. Я не знаю, что Бог скажет вам сделать. But I guarantee it, you better preach to yourself. Но я гарантирую, что вам необходимо проповедовать самому себе. You say, well, what am I supposed to get out of this? Вы скажете, что же мне извлечь отсюда? Preach to yourself. Проповедовать себе. Read this Bible not for everybody else, but for you. Читайте Библию не для кого-то рядом, но для себя лично. I don't know what you're dealing with tonight. Я не знаю, с чем вы боретесь сегодня. I don't know what decisions you got to make. Какие решения заполняют ваш ум и сердце? I don't know what kind of bad choices you've made in your life. Какие плохие решения вы сделали в вашей David, жизни? David, a man after God's own heart, made some bad decisions. Человек по Божьему сердцу Давид сделал плохие решения. Have you? А сделали ли вы такие? You made some decisions that cost you some things. Делали ли вы решения, которые вам чего-то стоили? There's hope for you. Есть надежда для вас. Preach to yourself. Проповедуйте себе. About a God that can take care of you. Скажите, Бог, а ты можешь позаботиться обо мне. Preach to yourself about a God that can give you direction. Проповедуйте себе, что Бог может дать вам направление. Preach to a God who can say yes or no to that decision. Проповедуйте себе, чтобы знать да или нет в отношении какого-то решения. Preach to a God that loves you. Проповедуйте себе Бога, который вас любит. And be willing to accept no if that's the consequences of it. И вы сможете справиться с нет, если будут такие последствия. And you know what that'll do? И знаете, что это сделает? Encourage you in the Lord. Это ободрит вас в Господе. That's what separates every Christian man and woman from everybody else. Это то, что отделяет мужчину и женщину от всего окружающего мира. You see, you can read the black and white. Вы можете прочитать черным по белому. But if you don't apply it, но если вы не применяете, this is a dead book. Это будет мертвая книга. It'll make you dead. Она оставит вас мертвым. But because we believe this book's alive, из-за того, что мы верим, что эта книга живая, It can bring life to your soul. Она может принести жизнь в вашу душу. It can turn the light on in your soul. Она может зажечь свет в вашей душе. I don't know how many times I've been discouraged. Я не знаю, сколько раз я был. I don't know how many times, Brother Andre, I got home and I cried. И я приходил домой, брат Андрей, I was so discouraged about how people live and о том, как люди trying to help people and talk to people. Или как они говорят другими. Seeing kids just make a mess of their life. Видел детей, которые запутывались в своей жизни. And I don't know how many times I've gotten in this old book. И я снова обращался к этой старой книге. Looking for a word from the Lord. Ища слово от Господа. Looking for God to say something to me. Ища, чтобы Бог мне что-то сказал. And I've never been failed one bit. The Lord will shed some light on my life and say that's what you need to do. Я никогда не жалел о том, что Бог проливал свет на ту или другую беду. Why? Почему? Because He loves us. Потому что он любит нас. He cares about us. Он заботится о нас. He'll never leave his righteous forsaken nor his seed begging bread. Он не оставляет праведника ходящим и просящим хлеба. I love you. Я люблю вас. Bow your heads, please. Давайте мы склоним головы. All heads bowed and eyes closed tonight. Когда у всех головы склонены и глаза закрыты. Maybe tonight you need to just confess. You need to preach to yourself. Может быть, вам нужно этим вечером исповедовать, что я должен проповедовать себе. Maybe you're here tonight and you're a Christian. Может быть, вы находясь здесь, вы христианин. You're discouraged. Вы разочарованы. You've been depressed. Вы в депрессии. You've had some things happen in your life, maybe your own doing. Мы имеем в нашей жизни результаты наших последствий наших дел. Maybe you're like me and like most people in this world. Может быть, как многие другие люди. You've made some bad choices. Вы сделали плохие решения. You've done some things in your past. Вы сделали что-то в вашем прошлом. And yet they're catching up to you. Которые вас преследуют. But maybe what you need to say is. И то, что вам нужно сказать. Lord. Господь. You love me. Ты любишь меня. You're here for me.
Ты здесь рядом со мной. You got your arms around me. Ты обнимаешь меня своей рукой. You make no mistakes. Ты не делаешь ошибок. You've been here every step of the way with me. И ты на каждом шагу рядом со мной. Maybe you need to do what David did here. Может быть, вам нужно сделать то, что сделал Давид. Stop playing games. Перестать играть в игры. And stop manipulating. Перестать манипулировать. And stop lying. Перестать обманывать. And you just got honest with the Lord. И быть искренним с Господом. Say, Lord, сказать, Господь, I believe you're God. Я верю, что ты Бог. You're my refuge and strength. Ты моя убежище и сила. You're my very present help in time of need. Ты моя помощь во время нужды. Maybe what you need tonight is just encourage yourself in the Lord. Может быть, то, что вам нужно, это ободрить себя. Maybe you're here tonight. Если вы находясь здесь сегодня. And you've made some bad choices. И вы сделали плохие решения. Or you have some burdens that are unbearable. Или у вас есть бремена, которые вам не под силу нести. Or maybe you've had some irrational friends. Может быть, есть друзья, которые вас покинули. People that you thought would be there, but they weren't. Которые вы думали, что вам помогут и выручат. And it's caused you to be discouraged. Но они сделали вас разочарованным. Maybe what you need to say, Lord, может быть, yes, то, что вам нужно сказать, это сказать, Господь, I'll да. Start preaching to myself. Я начну проповедовать себе. I'll start reading this Bible every day, trusting you by faith. Я начну проповедовать и читать для себя, доверяя тебе. Work in my life, чтобы ты работал в моей жизни. So I can change my heart. Чтобы я изменил мое сердце. To be somebody, you stick your hand up and put it down. Если есть такие, поднимите вашу You're руку Christian. И опустите. Yep. Может быть, вы христианин. I see those hands. Да, я вижу ваши you руки. Put them on down. Вы можете опустить их. Now, maybe you're here tonight, может быть, вы, находясь здесь этим You're not a Christian. Вы еще не христианин. You're not sure if you would die right now. Вы не уверены, если вы вдруг умрете. Where you'd spend eternity. Где проведете вы вечность? Now you got a problem tonight. И, может быть, есть проблема в вас. Problem's you. Проблема лично в вас. And one of the ways you get saved. И в том, как вы желаете быть спасенным. You have to realize the problem with your life. Вам нужно осознать, что я ключ проблемы. And admit to God. И признаться Богу. You're a sinner. Что вы грешен. You're going to hell. И идете в ад. And you need Jesus Christ. И вам нужен Иисус Христос. And you have to repent. И вам нужно раскаяться. What that means is, и то, что это означает, you're going to turn from your sins, что вы отвернетесь от вашего греха, and trust Jesus Christ only for salvation. И доверитесь только Иисусу Христу для спасения. If you need to be saved, and you've heard the message of God tonight, и если вам нужно быть спасенным, и вы прослушали о проповедь о Божью этим вечером, God first of all wants you to humble yourself. Бог вначале желает вас смирить. He wants you to turn from your haughty spirit. Он желает, чтобы вы отвернулись от высокомерного духа. Humble yourself. Чтобы вы смирили себя. Get up out of your seat right now. А вышли из вашего сидения рядом. Come. Пройти сюда вперед. Pray. И молиться Господу. Receive Jesus Christ, your Lord and Savior. Чтобы Иисус стал вашим Господином и Спасителем. And I guarantee it. И я гарантирую. He'll never leave you. Он никогда вас не покинет. He'll never forsake you. Никогда не оставит. He'll be there every step of the way when you're lonely. Он будет на каждом шагу рядом. And you're troubled. В вашей беде. And you're hurting. В вашем страдании. You have nobody to talk to. Когда не с кем больше поговорить. You have Jesus. У вас есть Иисус. Who'll be inside talking to you. Который рядом с вами говорит. Is there somebody here tonight wants to humble themselves and be saved tonight? Может быть, есть кто-то этим вечером, который желает быть спасенным. That's the only way to get saved is humble yourself. Это единственный образ, как быть спасенным. You come, the altar is open. А теперь, когда у алтаря свободно, вы пройдите сюда вперед. Won't you come and get saved? Не откладывая на потом. Don't worry about what these people think about Не you. Думайте о других людях, что они подумают. Worry about what the Lord thinks. Подумайте о том, что думает Господь об этом. Anybody like that? Если такие желающие. Nobody comes. Если никто не приходит. We'll have a word of prayer. Мы будем совершать молитву. Levon, you pray for us, please. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы благодарим Тебя за всякие трудности, которые Ты допускаешь в нашу жизнь, для того, чтобы побудить нас вникать в Твое Слово и учить себя тому, что Ты есть Бог, который стоишь рядом, который желаешь помочь, который знаешь все ответы, а у Тебя все решения. Господь, помоги нам, отказавшись от своей воли, принять Твою в распоряжение, для того, чтобы делать Тебе на радость, Тебе угождать, для того, чтобы Тебя прославлять. Господь, я молюсь в этой начале недели, благослови каждого из нас начать читать Библию для себя, проповедовать для себя, молиться о себе, для того, чтобы прославлять Тебя, чтобы Ты был
тем, который живешь в нас, который заботишься о нас, который любишь нас, который пострадал за нас, который делаешь то, чтобы мы были эффективными твоими вестниками, когда мы раздаем Слово Твое, когда мы говорим с кем-то, рассказываем свидетельство, Господи. Ты бываешь в наших словах и действуешь, и меняешь этих людей не потому, что мы сказали, а потому, что мы послушались Тебя. Господь, помоги нам в этом, на этой неделе. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. We have a song, brother Andre, you come. Брат Андрей нашел пение. Скажи номер. 129? 129. 129, Душа, ты в борьбе и томлении, молитве смиренно склонись. Иисус, ты найдешь покрепление и новую радость и жизнь. Брат, гляди на Иисуса, Он выше, славнее всего. Славу, за ним над единственным вином. Своих он борьбе оставит, врага победил он давно. Here we go now. Враг, гляди на Иисуса, он выше славнее всего. И земли и скорби рассеются, Он держит свое обещание, вам сердце ему доверять. Живущих друзей страдания, спасение и мир возвещать. Брат, гляди на Иисуса, Он выше, славнее всего. That's it right there. Вот в этом вся суть. That's the encouragement tonight. Это ободрение для нас. You'll turn your eyes upon Jesus. Чтобы ваши глаза устремились на Иисуса. You say, what do I do with a message like that? Вы скажете, что же мне делать с такой проповедью? Preach to yourself. Проповедовать себе. Get in that Bible tomorrow morning. Завтра с утра открывай Библию. Go home tonight. Или вечером сегодня. Spend time in the Psalm. Проведите время. А вспоминая те мелодии, пропетые сегодня. You know what we used to do with our kids around the table? Знаете, что мы делаем с нашими детьми за столом, когда они садятся? I'd say, well, before we eat, have our meal now. Прежде чем мы сядем ужинать. I said, what's the day of the month here? Я спрошу их, а какой сегодня день месяца? One of my boys, Blaine would always say, it's the 10th, Dad. И Блейн скажет, 17 число. I said, well, we got 10 verses tonight we're going to read. Сегодня нам нужно прочитать 10 стихов. Before we partake of this meal. Listen. Прежде чем мы будем ужинать. Make the Bible fun for you. Сделайте Библию занимательной для вас. I said, we're going to read 10 verses. Мы прочитаем 10 стихов. So he'll read 10 verses and we'll have our meal. Он прочитает 10 стихов, и мы садимся ужинать. Whatever your routine is at night. Или что-то другое вы делаете. You sit down and you have your tea with a little honey in it. Вы сядете пить чай с медом или что-нибудь. And you sit around a little bit. Посидите. Read about 5-6 verses. Прочтите 5-6 стихов. You know, spend some time talking to the Lord. Проводите время, отвечая Господу на то, что вы поняли из стиха. And get familiar with the word. Чтобы оно было ближе и ближе к вам. Why? Вы скажете, почему? Make that Bible applicable to you. Чтобы эта Библия была применима к вам. Because it'll change your life. Она будет менять вашу жизнь. I wonder tonight if you don't have a Bible, you let us know. We'll get you one. Мне интересно, если у вас нет Библии, скажите, мы вам рады были бы вручить. We'll bring a Bible for you next time. В следующий раз мы обязательно привезем, если нет. All, listen. Послушайте. All these Bibles, there's 300.
350 Bible studies here. И здесь больше 350 библейских изучений. I would rather you don't read one of my studies if you never read the Bible. И я хотел бы, чтобы вы вначале прочли Библию и потом все вот эти книжки. You ought to read the Bible first. Don't ever. Библию читаем вначале. Yeah, you read that Bible first. Прочтите and gotta show you вначале stuff. Библию. All these are helps for your life. А это все помощь для вашей жизни. But your Bible reading is your Bible Но time. Но Библия должна занимать самое приоритетное место. Don't forget on your way out get the Christmas tract. Не забудьте выходя взять с собой трактат на Рождество. One spent a lot of time putting those together this week. А брат и он много времени провел для того, чтобы их напечатать. How many did you print, Wani? Wani, how many tracks you print this week? Chinch, okay. 5000 он сделал на этой неделе. So we've been getting out about 4000 a week. 4000 мы раздаем в неделю трактатов. So you guys help us do that. You И если вы нам будете в помощь в этом. You say, well, that's your job. No. Вы скажете, но это ваша работа. That's your job. Это наша работа. You're Christian. This is our work together. Если вы христианин, а мы в этом и упражняемся. All right, let's stand for prayer. Мы встанем для молитвы. Why don't you pray for us tonight, sir? Брат, он помолится. Go ahead. Возьмите руки, общайтесь. Жмите руки, общайтесь. Спасибо за проповедь, брат. Спасибо.